Вход запрещен, но разве это волнует людей, когда на улице плюс 30? Пляж в парке имени Льва Толстого буквально усыпан посетителями. Социальной дистанции здесь не может идти и речи. Люди купаются и загорают. Кажется, пандемия больше никого не волнует. Не интересует. Не интересует самоизоляция? Ну а как насчет безопасности? Здесь столько людей. Все так ходят, почему вы едете? Впрочем, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка – не единственная причина воздержаться от посещения пляжа. На сегодняшний день его еще не открыли официально. По большому счету, даже простое нахождение здесь уже нарушение. С начала лета сколько раз на пляже были? Я раз в три. Раз в четыре, наверное, уже. А вас не смущает, что он не открыт официально еще? Нет. Пляж мелкий, даже на расстоянии 20-30 метров от берега можно стоять на ногах, воды чуть выше колена. Но специалисты уверяют, даже на такой, казалось бы, безопасной глубине может случиться все, что угодно. До тех пор, пока пляж не открыт официально, здесь не работает бригада спасателей. Это значит, если что-то случится и кто-то, например, начнет тонуть, помочь людям, попросту будет некому. Дисциплинировать надо, но как? Наказание рублем, например, в дирекции парка считают слишком жестокой мерой, особенно учитывая не самую благополучную экономическую обстановку сегодня. Потому с людьми пытаются разговаривать. До какого-то официального разрешения мы и дальше будем работать в таком режиме, предупреждать, говорить, убеждать. Но, как показывает практика, и вы сами убедились, не всегда убеждения они доходят, как говорится, до сердец наших посетителей. Мы понимаем прекрасно, что пока такая теплая, жаркая погода стоит, люди будут тянуться к воде на пляже. Но мы еще раз их призываем быть осторожными, соблюдать меры безопасности, насколько это реально и возможно. Главный вопрос любителей погреться на солнце сегодня – когда же откроют пляж официально? По словам представителей парка, послабления в режиме посещения начнутся в ближайшие пару недель. Нина Бережная, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.